Ребята, всем привет! В этом видео хочу поговорить про еще один интересный криптопроект SafeBlast. И сейчас расскажу про его основные фишки. Ну и также я планирую снять еще одно видео, где мы с вами разберем детально токен данного проекта. Вот, ну опять же, не хочется все мешать в одну кучу, поэтому именно так и планирую сделать. Итак, что же такое SafeBlast? Важный вопрос, когда мы разбираем проект тот или иной. Так вот, SafeBlast или их ticker BLAST — это протокол автономного таргетирования доходности и ликвидности. То есть каждый раз, когда кто-то покупает или продает токен SafeBlast, общее предложение сжигается. И, соответственно, все холдеры, то есть держатели данной монеты, получают вознаграждение. То есть каждая транзакция также создает ликвидность, которая автоматически блокируется. То есть таким вот образом экономика токена осознана таким, опять же таки, планом, чтобы, конечно же, был рост. Вот, это общие сведения. Теперь экономика токенов. Ну, опять же таки, расскажу про токен, наверное, более подробно уже отдельно. Вот, и здесь мы видим, что у нас всего один квадриллион монет, при этом уже сожжено 560, соответственно, триллионов. Вот, ну и также видим, что основная ликвидность у нас находится на PancakeSwap. Вот, и, собственно говоря, это самое главное. Вот, ну и следующее, соответственно, какие есть проблемы, да, то есть зачем вообще данный токен вышел. Понятно, что сейчас масса проектов, и нужно в них, скажем так, не потеряться. Так вот, какие у нас есть проблемы? Проблемы взаимодействия, высокие комиссии за транзакции и медленная скорость транзакций. И решения довольно простые. Это совместимость у токена BLAST, также комиссия за более дешевые транзакции, хорошая, очень удобная вещь, и высокая скорость транзакции, то есть тоже, что немаловажно, потому что, допустим, если мы говорим про транзакции в том же, допустим, эфириуме, да, в данной сети, то там приходится часто очень-очень долго ждать, пока все случится. Итак, здесь мы видим дорожную карту данного проекта, то есть что уже сделано. На самом деле сделано уже очень много, делан дизайн логотипа, открыта группа в Телеграме. Вот, также запущен веб-сайт, собственно говоря, вы его уже видите прямо сейчас перед своими глазами. Также у них выпущены токены смарт-контракта, предварительный запуск токенов Burned 560 триллионов. Вот, ну, также блокировка на 5 лет, то есть все очень такая приличная. Также сюрпризы 5, 15, 19 мая тоже уже были. Листинг на PancakeSwap, то, что я говорил, уже есть. На CoinMarketCap и на CoinGecko тоже данная монета есть. Мы это разберем, опять же таки, в следующем видео, чтобы не мешать все в одну кучу, решил разделить данную составляющую. Ну и далее, что еще они, в общем-то говоря, планируют делать, это запустить UniRocket, запустить 10 видеороликов, листинг на биржах, причем уже у них есть листинг на разных биржах, в частности, допустим, на бирже Hotbit, опять же, это подробнее покажу потом. Ну и вот, один из планов, который еще пока не состоялся, но скоро появится явно, это NFT. NFT супер популярная тема, поэтому наверняка тоже появление NFT может привести к дальнейшему росту данного проекта. Вот, ну и видим, как купить данный токен, то есть можно скачать кошелек MetaMask либо Trust Wallet, то есть в принципе кошелек, который поддерживает, соответственно, блокчейн Binance. Вот, ну и далее подключаетесь, в принципе здесь все стандартно, да, и соответственно здесь нужно выставить только проскальзывание 11%, это важно, иначе не состоится то, что вы хотите сделать, то бишь обмен. Вот, ну и, собственно говоря, вам нужно, конечно же, иметь еще определенное число BNB для оплаты газа. Ну, это вполне понятно. В принципе, кто хоть раз торговал на PancakeSwap, знает. Далее видим, что у них есть, конечно же, маркетинговая стратегия. Понятно, что любому проекту нужно продвижение. То есть они хотят сделать партнерские отношения с разными компаниями. Маркетинг в области СМИ, конечно же, реклама очень важна. Также airdrop и баунти компании, что тоже привлечет новых людей, и связи с общественностью тоже тут планируется. Еще хочу что добавить, что у них есть дорожная карта, не дорожная карта, а дорожная карта, понятно, есть белая бумага. Вот. И, собственно говоря, она такая пока коротенькая, но тем не менее она расписывает тоже данный проект более детально. Вот, мы же пока вернемся к главную страничку. Тут еще что есть, частые вопросы, ну, давайте их разберу хотя бы вкратце, то есть когда токен запущен, это 1 мая, сколько собрано для запуска, ничего не собрано, потому что они просто, собственно говоря, сразу запустили проект, и органический рост у них есть.
Насчет блокировки ликвидности, это я вам говорил уже, что на 5 лет, то есть 2026 года. Следующий вопрос, может ли быть еще определенное число токенов? Так вот, не может быть. Вот, где найти дополнительную информацию? Можно найти на SaveBlast Crypto, либо на других платформах, социальных сетях там и так далее. Да, то есть, допустим, у них есть Twitter, Telegram и так далее, где тоже все это есть. Вот, ну и, соответственно, ну, давайте, допустим, покажу тот же Twitter, да, покажу тот же Telegram, просто их открою в новой вкладке, чтобы показать, что здесь, собственно говоря, Twitter пока временно приостановлен, но это не критично, а в Telegram у них 6,5 тысяч человек, что довольно-таки неплохо. Вот, ну и, соответственно, собственно, это и есть общий обзор на данный проект. Понятно, что есть еще какие-то моменты, которые, возможно, не разобрал, вот, но, тем не менее, все самое основное я уже смог до вас донести, и именно это и было целью моего такого общего обзора на этот проект. Надеюсь, что вам это все понравилось, что самое главное. Так что, поэтому, в общем-то, интересный проект, вот, и в следующем видео жду вас, где мы как раз-таки поговорим про токен данного проекта.